Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики назвали новую дату внедрения в России автоматической проверки водителей на наличие ОСАГО. Это первый квартал 2024 года. Ранее начало функционирования системы неоднократно откладывалось. Как ожидается, проверять будут не всех автомобилистов, а только тех, кто нарушил ПДД. К примеру, водитель проезжает на красный свет, что фиксируется камерой. В этот момент его и пробивают по базе страховых компаний. Штрафовать за отсутствие ОСАГО можно будет не чаще одного раза в сутки. 500 рублей, если полиса никогда не было, и 800 рублей, если страховка не продлена. Трасса 101. На отечественном авторынке еще одна новинка, появившаяся благодаря параллельному импорту – седан Suzuki Ciaz. Машина предлагается за 2 миллиона 100-2 миллиона 200 тысяч рублей. Дилеры дают на автомобиль двухлетнюю гарантию. В движение он приводится 105-сильным бензиновым мотором, который работает в паре с автоматической коробкой. Имеются круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида, система старт-стоп, запуск двигателя кнопкой и другие функции. В более дорогих версиях предусмотрены светодиодная оптика и кожаный салон. Трасса 101. В России сохраняется высокий спрос на новые автомобили премиального сегмента. По данным агентства «Автостат», за 10 месяцев этого года наши соотечественники приобрели люксовых машин почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го, а в октябре показатель был почти в два раза выше. Наиболее популярной моделью является кроссовер Lamborghini Urus стоимостью от 35 миллионов рублей. Авто комплектуется 4-литровым мотором мощностью 666 лошадиных сил. Далее идут Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Трасса 101. Российские дилеры привезли китайский бюджетный переднеприводный кроссовер Wuling Hinchi. Цены на новинку начинаются от 2 миллионов рублей. По размерам модель сопоставима со Skoda Karoq и Kia Seltos. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью всего 99 лошадей, трансмиссия-вариатор. В оснащение входят в частности климат-контроль, люк, камера заднего вида, электропривод водительского кресла, цифровая приборная панель. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».